Здравствуйте! В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Что сегодня получится? Посмотрим на состав Наполи. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Состав Дженуа. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Здравствуйте! В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Что сегодня получится? Посмотрим на состав Наполи. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Состав Дженуа. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Здравствуйте! В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Что сегодня получится? Состав Дженуа. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Здравствуйте! В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Что сегодня получится? Состав Дженуа. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Здравствуйте! В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Что сегодня получится? Это аут. Эль-Сейд Хюсай. Не смог он удержать мяч в поле под прессингом. Фабиан хорошо увидел партнера впереди. Такой момент у Мертенса. Часто в футболе говорят при выходе один на один, что это выход один в ноль, как будто вратаря в воротах нет. А вот в этом эпизоде выход один в ноль как раз не получился. Ну вот и все.